С релизом iOS 10 Apple снова проигнорировала жителей Беларуси, вернув в мобильную прошивку старую проблему с набором номера через плюс. В результате пользователям iPhone придется вновь прибегать к различным ухищрениям для совершения звонков. Дело в том, что все сотовые операторы Беларуси используют при наборе номера международный код плюс 375. Причем совершить звонок без плюса не получится. Оператор не распознает вызываемого абонента. Впервые данная проблема появилась с выходом iOS 7, когда при нажатии и удержании 0 вместо «плюс» на экране отображалось сочетание 0+. В iOS 8 данный недостаток был устранен, но iOS 10 вновь огорчила белорусов. Что интересно, в данный момент подобный баг замечен исключительно в Республике Беларусь. При этом, если извлечь сим-карту и сбросить настройки, то никаких проблем с набором «плюса» не возникает. Но как только сим-карта снова активируется в телефоне, добавить к номеру «плюс» становится невозможным, даже при отключенных службах геолокации. Впрочем, в отличие от iOS 7, десятка хотя бы позволяет установить курсор в начале номера для того, чтобы стереть лишний ноль. Однако это лишь компромиссное решение. Кроме того, можно прибегнуть к уже испытанным способам набора «плюса» или совершения звонков без него. Зажмите клавишу 0 примерно на 1 секунду, а другим пальцем нажмите кнопку «Удалить», продолжая удерживать 0. В результате этих действий появится знак «плюс». Кроме того, белорусские номера можно набирать и в старом формате – 8, трехзначный код оператора и цифры номера телефона.